В Москве чуть было не эвакуировали автомобиль, в котором находилась собака. Животное удалось спасти, и все это благодаря неравнодушным прохожим. Вот машина, вот животное, очень перепуганное животное, ее забирают никуда. Неизвестно, приедет ли хозяин за этой машиной. Волга уже находилась на платформе эвакуатора. Не заметить чужого питомца сотрудники службы просто не могли. Тревожный пес метался в салон, выглядывал в окна. Даже сквозь шум дороги можно было расслышать, как скулит животное. У очевидцев, разумеется, возникли вопросы к инспекторам. Нет, не моя. Товарищи инспектора, как так происходит? А у вас инструкции по поводу нахождения животных какие-то есть внутри? Что будет с собакой? Человек не приедет. Человек, вот человек за собакой не приедет, за машиной приедет. Сутки, двое. Ну как, нет, он приедет сразу. Ну вот сутки, двое, он не приедет. Как выяснилось, пожилой водитель и хозяин дворняги по кличке Лада в это время находился в отделе ГИБДД, куда отправился менять права. Прохожие заблокировали эвакуатору выезд и успели позвать автовладельца. В итоге мужчина забрал питомца, но его автомобиль все же уехал на штрафстоянку. Эту историю сейчас активно обсуждают в интернете. Одни возмущены действиями эвакуаторщиков, другие считают, что хозяин не должен был бросать собаку в салоне. Кстати, споры о том, можно ли забирать машины, внутри которых остались животные, ведут даже юристы.